Так, всем привет. Представляю вашему вниманию разные пращи. То есть это спортивные варианты. Вот, мы в основном метаем мячиками. То есть мячики могут быть такого плана, старенького, может быть новенькие. Такие легче искать на природе или в сугробе. Вот. Пращи я делаю из паракордов. А некоторые паракорд я добавляю микрокорд. Вот. Значит, плетение полностью перешел на круглое. Вот круглое плетение позволяет проще гнуться во все стороны очень равномерно, в отличие от проще сплетенной методом косички. Вот. Цвета очень разные. То есть у нас с этой стороны мяч можно метать с любой стороны, класть с этой и с этой. Вот. Чтобы меньше стиралось, обратная сторона у всех пращ – это кожа. Вот. Она может быть повернута замшей наверх, либо гладкой поверхностью. С гладкой она более скользкой получается, здесь как бы легче удерживается. Вот. Но принципиального отличия нет. Постепенно пращи все разминаются, и они все очень адекватно все метают. Вот. Такой вариант лепестка, он универсален и позволяет метать разными предметами. Есть видео, я снимаю, там метаю с троугольными шариками. Вес шарика это примерно 1/4 часть грамма, то есть очень легкие. Вот. Проща за счет своей конструкции имеет определенный вес, который позволяет метать легкие предметы. И если вы возьмете просто ниточку, то легкий предмет вы метать не сможете. Вот. Поскольку я не метаю в городе никакие камни, мы метаем только спортивные снаряды. Самый жесткий – это мячик теннисный. В основном мы метаем совсем мягкие плюшевые мячики, которые совсем недалеко летят и не представляют никакой опасности. Это у нас спортивная дисциплина. И вот эти пращи отлично до этого подходят. Значит, чтобы вам было лучше видно, вот я поближе сейчас преподнесу. Вот, проща идет именно круглое плетение. И проще я теперь не делаю такие массивные. Получается, вес идет возле ловушки. Дальше она достаточно тоненькая, что позволяет снять ветровую нагрузку и легче раскручивать прощу. То есть пошире, поуже. Это на любителя. Вот, для девушек яркие, красивые дизайны. Это к Новому году. У нас пошли они вот такие новенькие. Их опробовал, классно летят из него. Вот. И более суровые такие цвета хаки с разными оттенками, посветлее, потемнее. Вот самый темный вариант вот такой, суровый цвет. Так что будет желание, заказывайте.